Эй, не прячься! Я знаю, где ты! Послушно выйди и умрешь, став моей едой! Я только получил этот класс, поэтому магия слишком слаба. Нет, так дело не пойдет. А может, у меня есть какой-нибудь предмет, усиливающий магию? А, это какая-то шутка? И как его использовать? Причина, по которой все мои атаки безуспешны, его защитное поле. Более того, каждый раз он предугадывает мои действия и успевает активировать его. Если застать врасплох, то возможно получится пробиться сквозь поле и задеть его слабое место. Хотя, постойте-ка. А почему он отбивал мои магические лучи вместо того, чтобы просто использовать защитное поле? Неужели боится магии? Попал! Похоже, ты уже на пределе! Чертов монстр! Я нашел способ покончить с тобой! А, вот как! Так ударь изо всех сил! Мне уже не терпится попробовать тебя на вкус! Активировать смену класса! Сперва, сменив класс на строителя, использую молот, чтобы принять его удар. Из строительного молота сформирую кристальный шар. Что? Это невозможно! Когда он успел понять? Высвобождение удвоенной темной магии. Поглощение? Нет, даже не думай! Похоже, он не проявил все свои способности. Но зато я успел использовать все свои. Хорошо, что это закончилось. 5 очков? Ах да, ранее я уже использовал одно, активировав способность ассасина, чтобы уйти от экзаменатора. Сейчас самый используемый класс – это воин. Новая укрепленная куртка. Оказывается, броня идет на обе руки, похоже на кожу. Эй, Лин Вэньсин! А тот зомби, он уже мертв? Да, я его. Лин Вэньсин, ты в порядке? Мы получили информацию о высокоранговом зомби. Как сейчас обстоят дела? Да, я уже его ликвидировал. А, что? Командующий Лю. А? Зачем ты здесь? А, командир, я послал меня к вам на помощь, но по дороге я наткнулся на парочку зомби. Пришлось немного задержаться. О, похоже, вы уже совсем разобрались. Ладно, поторопитесь и очистите площадку. Все, что осталось от зомби, заберем с собой. Пригодится в горизонте для исследований. Хорошо, я помогу с уборкой. Команда Ищелю, Фэн Йойфань, ведет себя немного странно. Ой! Нарушили правила и самовольно покинули отряд, поэтому должны понести наказание. Однако,
за ликвидацию короля зомби и помощь в получении останков для исследований вас стоит наградить. Ваши проступки и заслуги равны. Но надеюсь, впредь такое не повторится. Мы полностью осознаем свое вину. Однако то, что я убил короля зомби, это факт. Может ли он послужить подтверждением моей силы? Надеюсь, вы отзовете приказ и позволите мне сражаться вместе с отрядом. Но без проблем. Но исходя из последних событий, я хочу скорректировать состав малых групп. Юньке и Лин Вансин больше не в одной группе. Теперь партнер Лин Вансина Фэй Юйфань. Таков мой приказ. Ага. Ладно, все могут идти отдыхать. Лин Вансин, прогуляйся со мной немного. Ты во время сбора останков не находил фиолетовую сердцевину короля зомби? Сердцевину? Не видел. А что? Ее кто-то забрал? Процесс лечения и восстановления идет слишком медленно. Нужно срочно переправить его в горизонт. Зачистка 32-го района не сложна, однако не расслабляйтесь, действовать будете в парах. Полностью выполните поставленную задачу, всем все понятно? Да! Зачем она включила меня и Фэн Юйфаня в одну группу, чтобы за мной следить? Что у нее на уме? Лин Вансин, а новая экипировка неплоха, да? Ага. Давай помогать и защищать друг друга. Чем больше я сейчас убью зомби, тем выше будет мой уровень. Не отвлекайся. Следи за тылом, не позволяй зомби подобраться к тебе. Но там же Фэн Юйфань. Ой-ой, прости, я убивал мутанта и не успел среагировать. Нужно работать сообща, нельзя упиваться собственными сражениями. Есть, командующий Лё. Фэн Юйфань, а мне вот интересно, на чьей ты стороне и какие цели преследуешь? Просто знай, что если будешь вредить мне, то... А, то что, убьешь меня? Ого, ну и злобный же у тебя взгляд, а? Да успокойся ты, напарники мои, напарники, я обязательно тебя прикрою. Всем быть начеку, тщательно проводите зачистку местности, нельзя допустить, чтобы хоть один сбежал. За время этих сражений... Подкопил очко. Да и натренировался быстро использовать систему.
Как я мог не почувствовать приближение монстра? Очищающая магия! Разрыв! Не может быть! Яцлань спасла меня?